Еще раз, вот начни прыгать. Давай. Стоп. Ничего. Ты видел, что тебя сейчас сразу опять понесло назад? Да нет, я просто почувствовал, что я пытался найти. Хорошо. Еще раз, давай. Время. До свидания. Все равно, видишь, тебе приходится удирать, все равно немножко тебя назад тянет. Ну я не замечаю просто. Ну тебе приходится вперед прыгать, ты чувствуешь? Ну, как-то уже нет, честно. Хорошо. Смотри, какая ситуация. Опять, ты все равно делаешь движение, ты не выпрыгиваешь. Ты подпрыгиваешь. Ты делаешь вот это движение. И тебя немножко несет назад, потому что у тебя плечи вот так и стоят. Опусти, вот еще раз говорю, скакалка – это обалденный боксерский тренажер. У тебя работает только носки ног, то есть голеностоп. И ты не подпрыгиваешь, а выпрыгиваешь. Покажи мне, вот выпрыгни на носочках без скакалки. Во! Подпрыгивай еще раз, подпрыгивай так. Во, посмотри, как мягко получается, а? Здесь же скорость побольше, поэтому... Где? Ну, когда крутишь. Ну и что? Можно попробовать. Можно меньше сделать, попробуй. Ну, выше на носочки встань. Во-во-во. А теперь очень хорошо, уже лучше, уже интереснее. А теперь руки чуть сведи все-таки. Уже? Конечно же. Посмотри, ведь посмотри, что у тебя происходит. Еще раз, начни прыгать. Отойди сюда. Время, остановись. Да. Второе у меня, смотри. Хочешь или нет, но смотри. У тебя руки вот так стоят. Вот руки на скакалке, они то же самое, это вот. Вот висят. Плечо, колено, носок, ноги. То бишь, скакалка будет, тебе должна под ногами быть. Она должна пола касаться, там, где твои носочки. Носки ног. Чуть-чуть ты руки назад убираешь, у тебя она, получается, не переходит линию носков. Ты руки вперед поставил, она будет, наоборот, не доходить до ног. Выше, ниже. То есть получается та же самая. Вот плечи висят, вот ты руки развел. Руки развел и локти согнул. В этом положении вот эта полукруглая спина позволяет тебе рукам висеть. Ради всего вот эта группировка, стойка боксерская, ради того, чтобы твои руки висели. И еще раз говорю, посмотри. Я выпрыгиваю. Я не подпрыгиваю вот эти движения. У меня теряется равновесие. И самое важное, что когда тебя понесло вперед, руки у тебя находятся сзади, тебя тащит назад, плечи там. Ты выпрыгиваешь на носочках. Чем меньше вот этот рычаг, тем короче движение, и тебе более быстро, ты успеваешь сделать. Почему ты сбиваешься? Устает бедро. Тушку постоянно выталкивает. Видишь, не выпрямляется вот бедро, колено. Стремится выпрямиться. Конечно, не надо выпрямлять постоянно. Высоко получится. Но выпрыгивать и выталкивать тебя. Выталкивает. То есть смотри, вот даже проверочный сейчас слетит. Ты не сможешь сделать вот двойное ускорение, которое делается. Его нельзя сделать на мягких ногах. Его нельзя сделать, если опускается голеностоп. Его можно сделать только если жесткая стопа. Тут же толчок происходит. Понимаешь? Выталкивание. Это вот и есть вот ударное движение. Выталкиваешь себя. Носочки ног. И вот ты здесь, плечи висят на носках. На, попробуй. То есть у тебя должны работать икроножная мышца. Ты выталкиваешь себя, выталкиваешь, подпрыгивай. Во-во-во, вот пытайся выталкивать. Выше на носочки встань. Во, удобнее стало.
Попроще, да. Попроще. Это уже. Вот это чуть-чуть попроще, самое важное. Плечики еще раз так. Во! Только кисти. Выпрямляй. Опять, видишь, стал опускаться. Опять стало. Попробуй на одной ноге. На одной ноге. Выше на носке встань, проще будет. Это по максимуму делать. Ага, нет. По максимально вот твои ноги. Встал на носки. Еще выше. Вставай на носки, а теперь опусти руки. Вот теперь, вот ты вставай на носки. Видишь, плечи висят на носки ног. Выше вставай. Во! Вот у тебя максимально. Вот это максимально. Подпрыгни на таких ногах. Ну, давай, давай, поподпрыгивай. Пошел. Во, и пошла скакалка. Давай. А, ручки поуже. Локти подсогни, ручки уже, локти согни, уже руки поставь себе немножко. Вот сюда. Ты вот так вот, вот здесь, вот они висят. Параллельно полу руки висят. Кистями как бы работаешь. Давай, давай, как указкой крутишь. Уже руки поставь, согни локти. Локти согни. Имейте это так или... Да, вот так, вот. Да, вот. Ты возьми за кончики вот скакалку, и вот ты как указкой работаешь. Вот видишь, вот так вот, да. Вот у тебя висят. Вот когда они висят параллельно полу, вот это напрягается, это напрягается, это напрягается. Шире, уже становится. Давай, давай еще раз. На носочки ног и кистью работаешь. Уже руки. Во, кисти работаешь. Локти, подкни, во! Время. Ну вот почти. Вот это чуть-чуть проще, вот это самое, вот это чуть-чуть, оно самое главное. Пользуйтесь. Спасибо. Давай, давай.